фрезеровка, продувка, просушка и укладывание литого асфальта. В Ульяновской области начали ямочный ремонт. Технология литого асфальта лучше всего подходит для работы весной, когда температура на улице переменчивая и возможны осадки. У нас сформирована 21 бригада в наших подрядных организациях. В ежедневном режиме мы проводим мониторинг. Продолжаем обследование после весеннего паводка. А вы знаете, у нас сложилась достаточно непростая погодная ситуация. По информации Минтранса, на дорогах регионального значения с начала года ямочный ремонт проведен на площади более 3000 квадратных метров. По Ульяновску работает 5 бригад доремстроя. Выполнены работы по таким улицам, как Гончарова, Карла Маркса, Красноармейская, то есть центральная часть города, литым асфальтом. Холодным у нас выполняется в Свияжском районе. Рябикова, Западный бульвар, Октябрьская, в железнодорожном районе Варейкиса. В новом городе заделывают ямы на проездах Максимова и Инженерном, проспектах Сурова и Филатова. Подписано 3 контракта на поставку горячего асфальта. Асфальтобетонную смесь уже начали производить местные заводы. Всего в регионе их 18. До конца апреля их все запустят в работу. А пока заработали заводы в больших ключищах Ульяновского района и в селе Давыдовка Николаевского. Все дорожно-строительные материалы к началу дорожно-строительного сезона проверены на соответствие требованиям ГОСТ. На данном этапе подрядными организациями ведется подбор состава для дальнейшего согласования и выпуска с асфальтобетонных заводов. Также идет комиссионный осмотр всех отремонтированных дорог, которые находятся на гарантии. Если за прошедшую зиму на объектах появились дефекты, подрядчики должны будут устранить их в самые кратчайшие сроки. Анна Тищенко, Улправда ТВ.